Добрый день. Сегодня 26 мая 2021 года. Я нахожусь в Усть-Лабинском районе на поле, где несколько гибридов от компании Семенис. Значит, здесь есть всем известная капуста Пантеон. Эта капуста относится к ультраранней капусте. Срок вегетации у данного гибрида 50-52 дня. Высаживалась она в середине апреля, по-моему, с 10 по 15, где-то вот в этих числах, в первой половине, короче говоря, апреля. Вот. Но так как весна была очень холодная, в 2021 году сроки многих гибридов, и не только капусты, другие культуры, все сдвинулось, цветная капуста. Вот, поэтому и здесь только-только, можно сказать, капуста подошла к уборке. Сейчас ее начнут резать. Вот. Вот так вот выглядит пандион. Без капусты где-то вообще у пандиона, ну, в районе кило-кило 200, до полутора килограмм. Блестящая. Пандион тоже очень дружный. Вот так вот он выглядит. И рядышком здесь, вот мы даже, если я так сейчас встану на границу, то с левой стороны капуста Green Flash, с правой стороны капуста Пандион. У Green Flash отличия есть, естественно, потому что Green Flash все-таки капуста чуть дольше срок вегетации. У нее уже срок вегетации порядка 58-60 дней. Но в то же время мы видим, что здесь тоже есть головки, которые, ну, сейчас, если здесь получается как будто конус, она потом выравнивается, становится такой же плоской, как и пандион, ровненько. Немножко слегка вытянутая головка, ну, можно сказать, в принципе, будет плоско. Вот, но готовность здесь уже, то есть вы видите, что буквально несколько дней, и эта капуста тоже уже, ну, 5, скажем так, 5-7 дней, и здесь уже можно будет свободно ее свободно тоже резать. Но разница здесь есть все-таки существенная. Средняя масса пандиона, это я уже говорил, килограмм 200, а Green Flash способен стоять на поле до 2-2,5 килограмм. Причем не будет никакого вообще растрескивания. Схема посадки здесь 60 на 90, 35 сантиметров строчки. По питанию, значит, вносилось основное удобрение. Это аммиачная селитра непосредственно уже перед высадкой рассады, 300 килограмм на гектар. Вот. И с осени вносилось калий 250 килограмм, магний 250 килограмм и амафоса 400 килограмм. В процессе роста растения никаких удобрений сюда больше не вносилось. Ну, вот так вот выглядят две эти капусты. Говорю, вот он, смотрите, Green Flash, вот он уже становится плоский. Он тоже блестит, у него листик. Но эта капуста может быть гораздо крупнее. Чуть-чуть больше листовой аппарат. По цвету они тоже отличаются. Это все идет с левой стороны, это идет Green Flash. Вот так вот они, видно хорошо границу. Справа Пандион, слева Green Flash. Сейчас дальше я зайду и сниму еще капусту Рапидион.
это тоже ультраранняя капуста. Но это уже будет в следующем ролике.